Всем привет! Вот такую штуку я себе купил в Италии. Вот такая маленькая-прималенькая кофеварочка. Очень интересный девайс, хотел бы показать, вот просто рассказать о нем. Потому что я столкнулся, вот видите, вот она такая, вот размеры, вот две спичечные коробочки. Я решил посмотреть, как все это работает в интернете, и не нашел. Решил сделать такой вот познавательный, я бы сказал, фильмец. Ну вот эта штука. Стоит она из трех частей. Сейчас я вам покажу. Брюки превращаются. Вот раз. Вот это фильтры. Вот эта штука куда? Вот это фильтр. Вот эта емкость. Одна и нижняя емкость. Вот здесь такой клапан есть. Вот мы берем в эту нижнюю емкость, наливаем воды. Но воды нужно налить так, чтобы она была ниже вот этой желтенькой, этого желтенького клапана. Видите, там внутри желтенький клапан. Это клапан на форс-мажор. Когда что-нибудь будет случаться, там будет пар выходить сильно очень. Но, слава богу, ничего не случилось. Вот, сверху положили мы фильтр, воткнули. Закинули кофе. Ну, вот кофе я люблю, финский кофе, он такой немножко кисленький. Лучше крупный помол, но у меня вот крупного не было, особо крупного. Я взял какой есть. Вот немножко утрамбовали. Сверху завинтили следующую емкость. Все просто как грибы, ну действительно круто. Называется, по-моему, кофеварка гейзер. И поставили на плиту. На газ, на медленный. Чем медленнее, тем лучше. Через некоторое время она будет бурлить, так пш-пш-пш, свистеть. И, собственно говоря, вот отсюда может выходить пар из этого клапана. И через некоторое время так раз открываем, оба, а сверху уже кофе. Фантастика. Манифик, бенефик, маджестик. Понимаешь? Оп, все, кофе готов. Наливаем, получается, ну сейчас покажу, сколько получается. Вот такая вот чашечка, отлично. То есть для одного человека просто шикарный девайс. Кстати, заплатил за него на распродаже 3,5 евро с такой девайс. Ну вот и все, что я хотел вам показать. Все, всем пока, всем привет. До свидания.